Всем привет, меня зовут Артур, и мы продолжаем страдать в Titan Souls. Так, что я выяснил? Я выяснил, что мы убили всех боссов здесь. И сейчас нам нужно возвращаться к той двери здоровенной. Угу. Получается, здесь всего 16 боссов, плюс за дверью еще должны быть какие-то боссы. И секретный. Итого выходит, что здесь 18 обычных боссов и секретный 19, насколько я мог понять. То есть их здесь не 20. По крайней мере, мне показалось, я надеюсь, что я не ошибся. Ну давайте, чё уж там, по идее я прав. Я надеюсь, что я прав, и я не хочу ошибиться и в итоге не посмотреть на этого самого, на секретного босса. Потому что если я ошибаюсь, и я не получу секретного босса, то я же буду потом переигрывать игру и смотреть потом на этого секретного. Ну ладно, тем не менее, дверь открылась, я надеюсь, что все будет в порядке. Ну, суть такая, что просто нужно найти всех боссов и всем им надрать задницу для того, чтобы попасть к секретному. То есть ничего сверхсложного, хорошо. Здесь, по идее, сейчас должен быть один из боссов сразу же. Ну-ка. Музыки не было никакой, когда я сюда зашел. Может быть, здесь никого еще нету? Может быть, он дальше? Еще одна фреска. Да что ж такое-то? Не понял. А, понял. Хотя это не такой рисунок, как был. Не такой рисунок, который мы видели, в смысле. Немножко отличающийся. Ага. Вот, собственно, у нас и босс. Вот так сразу! А! Чёрт! Ух ты, ёлки зелёные, чёрт! Понятно. Ага. Я... понял. Получай, ублюдок! Наконец-то, твою мать! Ох, это то самое ощущение победы. Да, это оно. Ха-ха.
именно после того, как вы не можете кому-то надрать задницу и тупо ему надираете. Фух. Семнадцатый босс повержен, хорошо. Еще, судя по всему, один и секретный. Я надеюсь, что я не ошибся. Я искренне надеюсь, что все будет хорошо. Так. Души. Опять кто-то с душами. И здоровенная дверь, наверное, ведущая к секретному боссу. Ой. Нет, не может быть все так просто. Ты же последний или предпоследний босс. А! Нет! Какого черта? Что это такое? Она меня... Это я! Он что, высосал все души титанов, которые у меня были? Оу! Душа!
Мне эта загадочная концовочка почему-то напомнила концовочки из Айзека. Фу, ладно, вот теперь мы точно закончили с этой игрой. В общем-то, я надеюсь, что вам понравилась. Игра реально крутая, даже несмотря на то, что многие боссы были достаточно легкими. Она все равно дает просраться. Но вот под конец вот это вот то, что надо было. Если бы здесь все боссы были таким, я бы был вообще счастлив. Ну, хотя не знаю даже, как бы я отнесся бы прямо к такому хардкурищу, наверное, очень даже неплохо. Ну, в общем-то, меня эта игра очень сильно порадовала, очень крутая. Всем советую, кто любит хардкорные штучки. Ладно. Все, увидимся с вами в следующих прохождениях, в следующих, там, не знаю, первых взглядах. Все, в следующих видео. Все, всем пока, удачи!